28 апреля в молодежном центре Дворца культуры «Спартак» прошел круглый стол под председательством заместителя главы администрации по общественной безопасности Хайбулы Умарова на тему «Многонациональных Хасавюрт. Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений в рамках противодействия идеологии терроризма». Открывая мероприятие, Хайбула Умаров поприветствовал всех присутствующих от имени главы города Зайнуддина Акмазова и рассказал о проводимой работе в сфере развития межрелигиозных и межнациональных отношений в рамках противодействия идеологии экстремизма. Далее слово было предоставлено настоятелю церкви Валерию Галкину, который отметил важность проводимых работ с молодежью в рамках идеологии терроризма. Проводя всю эту работу с молодежью, с народом, я все-таки обращаю внимание на то, что как народ себя ведет и как он общается. Мне приходится общаться с молодежью из православной, с мусульманами тоже молодежью. Общаемся, потому что они тоже к нам заходят, приходят, задают какие-то свои вопросы, какие их интересуют. И всегда, конечно, встает вопрос именно о взаимоотношениях и совместном проживании, потому что молодежь сама понимает, и от нее много чего требуют, чтобы они жили хорошо. Но я обращаю внимание на то, что мало молодежь этому учат. И, наверное, всего лишь большая проблема – это семейные отношения. То есть самое, как высоко мы здесь не говорили, не собирали друг за столов, но самое, что главное, начинается все с семьи. Потому что большая часть дети проводят в семье между отцом и матерью. И то, что как там выстраиваются отношения, такие отношения несутся в общество. И когда общество начинает уже бить панику, что мы не так сделали, а все кажется, начинается самое, с семьи. Корень и зла или добра идет именно из семьи. И общество строится из маленьких ячеек, семейных ячеек, которые составляют наше общество. И поэтому самое главное, я бы хотел всегда обратить внимание на семейные взаимоотношения и то, как мы воспитываем своих детей. В работе круглого стола приняли участие начальник отдела по межнациональной политике и связи с общественностью Раджаб Гинджаев, пресс-секретарь администрации Нажиула Абдуллаев, председатель Совета ветеранов Министерства внутренних дел России по городу Хасавюрт Зайбудин Омаров, а также представители Управления образования, культуры и другие. Участники круглого стола отметили, что межнациональные отношения должны отталкиваться от принципов менталитета Дагестана, где в основе стоит взаимоуважение и доброе отношение к национальности друг друга. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».